Здравствуйте, вы находитесь на канале ДНК. Мы производим кабельные лотки, монтажные системы и аксессуары к ним. В этом видео мы бы хотели рассмотреть кабельные лотки в системе пожарной безопасности помещений. Пожарная безопасность является одним из ключевых аспектов, которые необходимо учитывать при эксплуатации и проектировании любых помещений, особенно объектов с высокой плотностью оборудования и электропроводки, таких как промышленные предприятия, офисные здания и дата-центры. Металлические кабельные лотки играют важную роль в обеспечении пожарной безопасности, помогая предотвратить распространение огня и защитить кабельные системы. Давайте рассмотрим основные аспекты, связанные с использованием металлических кабельных лотков для обеспечения пожарной безопасности. Металлические кабельные лотки обладают высоким рядом преимуществ, которые делают их предпочтительным выбором для обеспечения пожарной безопасности. Металлические кабельные лотки изготавливаются из негорючих материалов, такие как сталь. Это означает, что во время пожара они не будут поддерживать горение и способствовать распространению огня. Металл имеет высокую температуру плавления в сравнении с пластиковыми изделиями. Это делает металлические кабельные лотки более устойчивыми к воздействию высоких температур, возникающих при пожаре, что помогает снизить риск повреждения кабелей и оборудования. Металлические лотки обладают высокой механической прочностью, что позволяет им сохранить свою форму и функцию даже в экстремальных условиях, таких как воздействие огня или механические нагрузки при эвакуации и тушении пожара. Металлические кабельные лотки играют ключевую роль в предотвращении распространения огня по кабельным трассам. Металлические лотки обеспечивают изоляцию кабеля от окружающего пространства. Это помогает предотвратить распространение огня по кабельным трассам, особенно если кабель имеет различные сечения – силовые, слаботочные, оптоволоконные. Металлические кабельные лотки могут быть обеспечены дополнительными противопожарными преградами. При прокладке трассы с использованием кабельных стоек и полок можно использовать кабельные подвески, на которые фиксируется негорючий материал, который создает дополнительный барьер для огня. Для повышения пожарной безопасности кабельные лотки могут быть обработаны негорючим материалом. Это дополнительно увеличит их способность противостоять огню и защитит кабель. При проектировании и установке металлических кабельных лотков необходимо учитывать ряд важных аспектов для обеспечения пожарной безопасности. Проектирование и установка кабельных лотков должны соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной безопасности, таким как НФПА-70 и НФПА-75. Для предотвращения распространения огня и электромагнитных помех важно разделять кабели по типам – силовые, слаботочные, оптоволоконные – и укладывать их в отдельные лотки и секции. Для повышения общей пожарной безопасности системы можно использовать огнестойкие кабели, которые не распространяют огонь и не выделяют токсичных газов при горении. Для поддержания высокой пожарной безопасности необходимо постоянно проверять состояние кабельных лотков и проводить их обслуживание. Регулярный осмотр позволяет выявлять механические повреждения и признаки коррозии, которые могут снизить огнестойкость лотков. Загрязнение, пыль и мусор в кабельных лотках могут способствовать распространению огня. Регулярная чистка лотков позволяет поддерживать их в рабочем состоянии и повышает пожарную безопасность. Металлические лотки играют важную роль в обеспечении пожарной безопасности зданий и объектов,
Благодаря своим негорючим свойствам, высокой температуре плавления и механической прочности, они способствуют предотвращению распространения огня и защите кабельных систем. Правильное проектирование, установка и регулярное обслуживание металлических кабельных лотков позволяют существенно повысить общую пожарную безопасность объекта и защитить людей и оборудование от последствий пожара. Приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы рассказываем о нашей продукции и подготавливаем интересный материал по электротехнической тематике. Ссылка на канал будет в описании под видео. Также, если вы подписаны на наш канал, получаете скидку в размере 5% на весь ассортимент. Для этого достаточно предоставить скриншот вашего аккаунта, где в подписке будет фигурировать наш канал. На этом данное видео подошло к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!